Приветствую вас. Я бы, наверное, начал бы с того, что определил, что вот конкретную помощь, конкретный совет дать вам, исходя из того, что вы написали, представляется маловероятным. Дело в том, что с одной стороны вы написали такой достаточно длинный вопрос, с одной стороны. С другой стороны, видите ли, вы оговариваетесь, что, во-первых, с ориентацией у вас все в порядке, чтобы мы сексологию исключили. А в детстве отец не был ни идеалом, ни тираном для меня, что бы это ни значило. То есть, вот, что значит не был ни идеалом, ни тираном для вас, это еще нужно выяснять. То есть, правильно ли я вот понимаю, что ярко выраженного отца, как на такового, у вас не было. То есть, он себя не проявлял ни с хорошей стороны, с точки зрения идеала, не с плохой стороны, с точки зрения тирании. В юности, пишете вы, я влюблялась в мальчиков, но все это было невинным увлечением, а в 21 год вышла замуж. Но поддерживать супруга в трудных ситуациях не смогла. Интересно, вы пишете, и интересно, вы повествуете о себе. То есть получается, что вы в юности влюблялись в мальчика, влюблялись, а потом случилось что? Вы вышли замуж, хорошо, вы вышли замуж. Но почему вы вышли замуж? Что заставило вас выйти замуж? Любили ли вы этого мужчину хотя бы в начале? Ну, я имею в виду в период, пока вы встречались, и так далее. Далее, поддерживать супруга в трудных ситуациях не смогла, у меня напротив появилось желание его подавлять и порицать на каждую слабость, выискивать недостатки. Понимаете, это очень похоже на некую защитную реакцию с вашей стороны. Возможно, неприятие себя и, соответственно, непринятие другого человека. Возможно, что-то еще. То есть, у вас явное, вот вы говорите, что пища для ума, да, то есть это вам человек что-то давал. И у вас явное как бы призма полезности, то есть вы человека пропускаете через эту призму полезности. Вы с ним были только потому, что он давал вам пищу для ума, именно он, не вы. И после расхода вы пытались строить отношения, тоже интересно зачем. Вам надоело притворяться потом, что с мужчиной вам интересно, и что не вызывает во мне положительных эмоций, ведь чаще всего, кроме определенных качеств, которые вы перечислили, кстати, а это качества, они действительно были, или это вам так кажется, что нужно разбираться, откуда, например, это вот стремление вас поработить, откуда недалеко, если он давал вам пищу для ума. То есть, если человек давал вам пищу для ума, то о недалекости здесь можно говорить весьма осторожно. Вот. То есть, понимаете как? Вы человек свободолюбивый и самостоятельный. Стремление к свободе и стремление к самостоятельности, оно очень сильно напоминает защитный механизм компенсации, когда человек делает какие-то вещи, он стремится чего-то достичь, он стремится чего-то добиться, но при этом делает
При этом это делать потому, что как бы ему в детстве не дали сделать то, что он хочет. Понимаете? То есть у человека нет проявления себя. Это защитный механизм, который призван компенсировать то, что человеку вот не додали в детстве. И, возможно, вот это вот ваше свободолюбие, самостоятельность, и то, что вы думаете, слишком вы взвешиваете и думаете, что слишком много вы мужчине даете, хотя у меня как-то вот не сложилось такого впечатления, что вы слишком много мужчине даете. Как бы и мало что получаете взамен. Понимаете, вам нужно понять, какие блоки стоят, во-первых, на пути к тому пониманию, какой мужчина вам рядом нужен вообще, какое место вы готовы занимать в отношениях. Далее, какие препятствия стоят на пути проработки образа женского поведения, то есть какие у вас отношения с мамой, не с отцом, а с мамой, потому что именно мама является первичным образцом женского поведения, и именно с этим вам нужно в первую очередь работать. И, собственно говоря, ваши внутренние страхи и опасения, а также я бы сказал, что для полноценных отношений, ну, не нужно встречаться с мужчинами, не нужно ожидать от людей вообще, что они будут вам что-то давать. Видите ли, люди в отношениях не должны чего-то давать. Они, эти люди, как правило, в отношениях получают друг от друга только. То есть вы в отношениях отдаете. Если вы вступаете в отношения, вы готовы отдавать. Если вы хотите именно получать, то это уже использование человека как средство для достижения своих целей, что не является правильным. Вот. Соответственно, вот в этих направлениях вам и нужно работать. И, к сожалению, вашего текста недостаточно, чтобы проанализировать все ваши отношения с мужчинами. Вашего текста недостаточно, чтобы проанализировать ваши отношения с родителями. Вашего текста недостаточно, чтобы понять вашу личностную картину, индивидуальную картину. И вам необходимо определиться со своими ценностями. То есть какой должен быть мужчина рядом с вами. И исходя из этого уже тогда формировать свою стратегию по как бы поиску его, но опять же даже не поиску, а скорее по формированию поведения для организации деятельности, где вы, в процессе которой вы можете встретить того мужчину, который вас устроит. Для этого необходимо нужно определиться с позицией. Скрывать. Для этого необходимо определиться с вашей позицией в отношениях. Какая она? То есть, понимаете, вам предстоит работа, достаточно серьезная работа с психологом для того, чтобы решить все эти проблемы. Вот так вот в рамках одного ответа на вопрос нельзя говорить о том, что вам можно дать какую-то рекомендацию и сколько-нибудь ощутимо помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ окажется вам полезен. Если вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.